насколько мне известно, сейчас, по крайней мере, вчера было в интернете, перекупщики продавали билеты за 7 тысяч фунтов. Один билет на хорошие места. За сколько удалось купить билеты? Сколько билетов и за сколько удалось купить Анжи вот на сегодняшний матч именно для футболистов? Клуб приобрел 65 билетов. Это вся делегация. Это не только футболисты, это работники офиса, приглашенные лица и прочие. Мы выкупили билеты по 3 500 фунтов. После каждый? Каждый билет, да. То есть для своих футболистов ничего не жалко? И для своих футболистов, и для гостей наших нам ничего не жалко. Что касается билетов самих, хотел бы, чтобы вы продемонстрировали, и там давайте какие места, покажу. Кто сидит, где сидит. Ну, команда будет сидеть в 3 ряда, компактно. Здесь билеты. К билету прилагается ваучер. Ваучер дает возможность пройти специально отведенное место на трибуне, где можно получить питание, напитки и прочее, как бы провести время, помимо того, что смотреть футбол. И также программка, гости. Насколько сложно было купить билеты, учитывая статус матча? Ну, мы специально обращались в УЕФА и просили. Хорошо, у нас есть хорошие помощники, специальная фирма, которая этим занималась, и они отработали неплохо. Что касается дальнейших перспектив, то есть это разовая акция или все-таки вполне возможно, что на следующий год и на следующие матчи также команда будет вылетать, если будет позволять там возможности и время? Ну, я надеюсь, что это не разовая акция и что возможности будут позволять и принимать участие в дальнейших мероприятиях. Сама мысль, инициатива от кого исходила? Ну, инициатива исходила от владельца клуба Сулеймана Керимова. То есть он сам предложил, и, естественно, вы не отказались? Конечно, мы не отказались. Спасибо большое, удачи и красивого футбола сегодня.